те поправки позволят укрепить Конституцию в целом Российской Федерации, а это с точки зрения вот такого социального аспекта позволит усилить роль Конституции в защите прав и свобод человека и гражданина нашей Российской Федерации. А ведь эти аспекты очень связаны с такими показателями, как самочувствие населения в обществе, именно уверенность в завтрашнем дне, которой нам сегодня порой не хватает. Защищенность человека, обыкновенного гражданина, я полагаю, будет выше и больше. И он будет чувствовать вот большую заботу о себе со стороны государства, со стороны правительства в том числе.